Позавчера московский «Спартак» сыграл в ничью с испанским «Вильяреалом», а «Краснодар» обыграл «Севилью» со счетом 2-1. Эти два события принесли мне за день $52.56, без ставок, без продаж и без обмана. Сегодня я к этим двум событиям добавил еще пару событий и заработал $100.35, друзья. То есть вчера я заработал в рублях 3500, а сегодня 6600 рублей. Давайте обновим страницу и посмотрим, сколько добавилось. Уже $106.07. Вот, обновляю еще раз, чтобы вы не подумали, что это подделка. Вот, перезагрузить. $106.07. Давайте посмотрим, сколько это будет в рублях. 7062 рубля. Приветствую. Меня зовут Зарип Файрат, я зарабатываю в интернете с 2014 года. До этого я работал на государственной работе на ОАО РЖД. И когда начал получать первые копейки из интернета, когда уже убедился на своем опыте, что в интернете реально можно зарабатывать деньги, я сразу уволился и начал тотально этим заниматься. Сегодня я имею несколько источников дохода в интернете, а в свободное время веду свой канал на YouTube под названием «Обзорник». Здесь я рассказываю людям о всяких курсах по заработку в интернете и о всяких сайтах. В основном я здесь разоблачаю лохотроны, показываю людям, сколько можно потерять денег на тех или иных сайтах, объясняю им всю мошенническую схему и рассказываю, почему не стоит туда лезть. И видя, сколько людей теряют свои деньги на подобных лохотронах, я решил записать свой собственный курс, поделиться одним из своих источников дохода, который вы видите на своем экране, создать пошаговую инструкцию, чтобы в своих этих видеообзорах давать этим людям, которые смотрят эти видео, которые верят в эти лохотроны, давать этим людям реальный способ заработка, чтобы они перестали уже терять свои деньги на подобных сайтах. Сама идея этого заработка пришла в мою голову в июне текущего года, во время чемпионата мира, который проходил в России. Как раз на матчах этого чемпионата я и протестировал данный способ заработка. Деньги с этого сервиса я вывожу на свой кошелек Rapido. Давайте я авторизую здесь и посмотрим всю историю начислений, начиная с июня. Заходим на кошелек, переходим в историю платежей. Выбираем период, ну пусть будет с 1 июня по сегодняшнее число, 6 октября. И нажимаем кнопку «Показать платежи». Сейчас загрузится вся история и посмотрим. Так, история загрузилась, смотрим. В июне я получил 20 547 рублей. В июле получил 28 240 рублей. В августе 28 128 рублей. И в сентябре я получил 41 758 рублей. Ну а за октябрь я наверняка получу еще больше, потому что доход растет, как видите. Эти деньги я сразу вывожу на карту. Вот, 24 числа я получаю. И сразу же вывожу деньги на карту, на визу. Деньги приходят моментально, ну, в течение одной минуты. Вот, задержек еще ни разу не было. Так что с этим проблем нету. Давайте перейдем на сервис, на котором я зарабатываю, обновим страницу и посмотрим, сколько добавилось к этим деньгам. 108.78, то есть плюс $2, да? В рублях смотрим. 7247 рублей. Вот такой приятный результат. В своем курсе я дам подробную пошаговую инструкцию по созданию такого же источника дохода. Вам нужно будет просто повторять за мной действия, которые я буду показывать на видеоурок. Также я покажу все инструменты, которыми пользуюсь для того, чтобы получать такие результаты, и поделюсь с вами ими. Сразу скажу, друзья, что это не кнопка бабло. Здесь нужно будет реально потрудиться. И, как видите, я здесь вам не обещаю золотых гор по 50, по 100 тысяч рублей в день, как это бывает сегодня на вот подобных сайтах.
я вам показываю реальный способ заработка, где можно вот получать по 20, по 28, по 40 тысяч рублей в месяц. И если вам это не подходит, и вы думаете, что вы когда-то найдете такую кнопку, которую вот предоставляют на этих сайтах, то вам лучше закрыть этот сайт. Но если вы хотите создать свой собственный легальный источник дохода, то изучите всю подробную информацию под этим видео и принимайте решение. Ну а напоследок давайте еще раз обновим страницу и посмотрим, сколько прибавилось. Прибавился 1 доллар, 109.78. Смотрим в рублях. 7300. Еще есть 9 минут, ну я заработаю еще примерно пару долларов. На этом все, всем удачи и до встречи в моем курсе. Друзья, решил дополнить вчерашнее видео. Сегодня утром, 7 октября, состоялось мировое грандиозное событие. Хабиб Нурмагомедов сразился с Конором Макгрегором. И я решил не проходить мимо этого события и попробовать заработать на нем. И результаты, если честно, меня ошарашили. Смотрите, за сегодняшний день я заработал 537 долларов 62 цента. А день еще не закончился. Вот, еще 2 часа будет начисление. Ну, за сегодняшний день, а потом уже за завтрашний, послезавтрашний и так далее. Но за один день я заработал 537 долларов. Давайте посмотрим, сколько это будет в рублях. $35778 за один день. Вот такие деньги можно получать на таких грандиозных событиях по моей методике. Ну, конечно, такие события редкие, бывают не каждый день, но когда они бывают, можно зарабатывать такие деньги. А вчера, кстати, вот я заработал 115 долларов, когда уходил, было около 109 вроде, да, и оставалось пару минут. Вот, в итоге 115. Еще вчера я забыл сказать, что такие результаты, друзья, вы будете получать не с первых дней. Я не хочу никого обманывать, говорить, что вот, покупайте курс и с первых дней получаете по 50, по 100, по 500 долларов за один день. Нет, пусть это делают те, кто создает курсы, лишь бы, чтобы заработать на его продажах. Я же хочу помочь людям зарабатывать. Первые результаты вы получите спустя некоторое время. Сначала нужно будет потрудиться, уделить время созданию этого источника. И смотря насколько плотно вы будете этим заниматься, от этого будет зависеть ваш результат. Об этом я также написал и на сайте под видео. Обязательно ознакомьтесь со всей информацией. Я там опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы, будучи информированным, вы приняли правильное решение. Ну все, вот что я хотел дополнить. Всем пока, всем удачи. И до скорых встреч!